Демиденко Артур, компания Ремонт Экспресс, Штернглов. Играли с Цепелином, боевая ничья, 2-2, повели 2-0 в начале, потом немного расслабились, пропустили два мяча, была очень жесткая борьба, играли стык в стык, много было единоборств, много было грязи, было пенальти, вот, но, в принципе, все закончилось все мирно и разошлись мирно. А какие планы на сезон? На сезон, ну, хотя бы закрепиться в верхней части таблицы, конечно, хотелось бы занять одно из первых мест, но будем работать. А у вас есть тренинг, тренировки? Тренинга, к сожалению, нету, но, возможно, в будущем будет. Пока что собираемся только на игры. Я желаю успехов вашей команде, спасибо за интервью. Спасибо.